Не один хуй висит игра. Даже музыка пропадает. О, нормально. Нету. Но у меня тоже с этого босса есть, а вторая в ГБ лежит, блин. Точнее, не лежит. У меня эта кровь есть, у меня тухлого нет. А, значит, есть банки лежат. Ну, да. Пускай валяется. Все уже тут. Я тупой. Вот так, маленько. Блять, 5К задержка, это, бля, нехорошо. Уже 3. Не знаю, что-то не помог. Можем поставить свечку онлайн. Или такую. Вы возле стола его будете водить, босс? Сразу говорю, буду первый раз водить возле стола. Сколько так, задержка? Ты тактику рассказывать же будешь, да? Давай я еще его гниву, пока тактику рассказываю. Газель бизнес. Ну, типа никому не интересно. Вайпаться на профи. Ну это да. Раз, я тут. Убил Андерс. Десятка голды у меня есть, но не для этих целей. Я в кукле уверен, все знаю, но голду я не готов давать за это бред, поэтому... Ну ты знаешь, ты голду не готов давать, мы из-за тебя вайпаться не готовы. Ну вот и не надо вайпаться, погнали. Ну нет и нет, чё, покуха, ребят. Погнали.
Покажи, куда надо бомбы скидывать. У меня в прошлый раз проблема из-за этого была. Вот сюда, под правый угол. А после бомб куда отвожу? Назад, сюда же, в середину. Ок. Хорошо. Друид, это охота, не забудь на бомбу. И ДЦ еще твой. Да, это слушаю. Погоди, погоди, Хант, поставь этот ауру, ну свой листик, ебаный от сил природы. У нас блат есть. ДЦ тоже куклу щитуй. Нет, я такой тактики вообще ни разу не видел. У вас там вар расколы просит. Меня слышно, нет? Да. РДД, москит. Ну, мы убивали совсем в другом месте, просто его вообще и водили в другом месте. Ай. СС. Паладин есть у вас на диван реги? Сразу прочекайте. На спанина, да. Кого мне надо будет диван кидать? 10 как голды делаем. На кого надо будет диван кидать? Скажет. Будет команда, вы не переживайте. Главное, чтобы у вас реги были. Кучнее РДД. Ну, он уже плюнул. Отойдите потом от зеленого чуть-чуть. В левую сторону кругу. Это еще откуда? ДК не достать. У нас много упало. Цирк какой-то. Почему РТД зона не перебежала в мили, что-то я не понял. Давай диван отдам, пока мы не будем. Я поставлю для РДД на себя метку. Во мне двигайтесь, хилы РДД. Вой, ты на себя поставь, вводи мили зону. Блять, хуй пойми куда. А почему СС уже отдали? Их отдают на второй фазе.
Если сложно, прием, я могу прием, купить. Прием, прием, я понял. Только это... А, нахуй. Может просто стопнуть по профу и убить лезвие? Не надо. А зачем стопать по профу, если можно не замедлять лезвие? Просто переведем, он также выберет еще раз таргет, если начнет там выбирать, успеет. Он была должен... ошибка в чем? РДДшники стояли на месте. Я почему-то успел из РДД кемпа перебежать в мили. Ну, я тоже побежал. Да не, там взяло милика и побежало мало людей туда. Тоже старайтесь милики, когда зеленый выходит. Левее. До переводки он не доходит до первого таргета. В этом-то и суть. Да, да, да. Там поэтому надо поэтому все и стояли, отдать. Поэтому все стояли, всем было похуй. Вот это. Не, он спрашивает о том, то что. Ой-ой-ой, понятно. Бес. Блять. Не зипулы. РДД. Направо. РДД в один кемп. Это нормально, пока стой. Там больше дамага дать надо. Плевать, не плевать. Куда вы идете к слизню, блять? Шаг назад. Красно убивать. Чего вы стоите, блядь? Смотрите за той. А ты не одно и то же? Я дам гимн еще. Он в луже стоял, его убило. Инстант. Я бэр, наверное. Так, рано. Бомба, милики. Бомба. ХД. Зеленый. Хорошо.
колбах не стоите. И подвис. Но он пожаловался, что у него пинг. Дела никому не дали? Бля, вот куклу я мог здесь спалить, конечно. Проебал. Alt F4 нажимаешь и перезаходишь. Угу. Учитывая наш сервер, блядь, через 5 минут заходишь, нахуй. Ну ничего, что у нас один хил в одном. Баби Йода. Я сейчас сдох. Меня не прохилили. Я рез, да, но коника, не надо. Заходи. Я рез, но коника. Не надо. Что, мы профа не будем убивать, что ли? Так может ты просто поменяешь, мы пойдем фул закроем, ДПС хватает с головы. Молодцы. А чё за прикол пишет? Подземелье заполнено. Спанин. Ты же кого-то кикнул, может он не вышел, лучше сейчас. Можно я тогда быстренько сейчас био отойду? Простя, ты тут? Спустись, пожалуйста, в нижний канал Пугарей 2. Зачем? Ну, поговорить хочу. Друзья, я сейчас быстренько от этот на другой нас перегрузил, чтобы у меня задержки не было. Так, от боешки отказываемся, да? Стивен.
А что, покикали людей, да? Приз вылетел. ПМ. Мы на совет сейчас, да? Пипец, у тебя клавиши звучат, как будто ты Дайте шкаф. Черепочек заберу. Видите, контролит. Можете пулять. Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сам Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов.
при собах нет. Подожди. Я ем. Хантер, на пульт Алдорама в аутизма. Инту... А, все, есть, вижу. Забирай ДК. Ну, бери, бери, я заберу это вот. Короче, я опять завис. Да, я уже сорвал суп. Я завис. У нас ДК вылетел, который Келесета держит. Теперь я держу Келесета, нормально. Там ШП держит, все нормально. Это ебучая пружина. Я туда поближе ко входу спущу. Нормально, можете побить чуть-чуть. Моя чаша полна, и прольется кровь. Насладитесь болью. Сферы падают, ребят.
Нет. Ну, как раз Вальку профа хотя бы убить, а потом еще, не знаю, насчет сегодня. А, ну тебе завтра. Да я знаю, но видишь. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Вроде он 250-й был, не? Стой, болтовни! Прибыли наши герои! С их помощью мы пробьемся через зал! Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу. Я могу зайти похилить, танк говорит. Танк. Встречай свою вторую смерть. Но стрихоль упал, куда еще? Эрдру, Эршам, Хапал. У меня Эршам самый сильненький. Ну чё, вы босс убили? Принцов. Принцов. Там трешку как почистите, сохните. Это я кстати не могу. Ну тут уже давай. Что зашел? Ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы силы. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай.
Нет. Кто из нас может называться чемпионом? Не будет. Они вот он чит. Кого аура коня включена? У тебя. Да, мне интересно. 7 паладинок, все. У нас просто все палы, да, все ауты. Нет, просто тот, кто заходит в портал, он должен прожимать мастер аур на коня, чтобы быстренько летать. Аура лошади на Акинаре. Окей. Спасибо. Я с правой стороны. Кому? Бахрух же с этого падает, с бабы, блять. Вы ее не убивали, по-моему. Тут был жесткий троллинг. Он же сказал, что поют Био. Да, это был он. Подавителя. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Фалы стану подавать, гнев небес по подавителям. Череп слева. Череп слева.
Заберите хила. Хан, постарайся трапы класть под больших, которые дохнут. Да-да-да. Давай, портал, заходи, пока есть. Ты задержался. Череп слева. Мы уже сейчас выйдем, дадите герома зайти. Ты думаешь? Да, наверное. Да, в принципе, 70%. Рейнджи по зомби сыграйте слева. Давайте герома. Плащик. Тюк. Без ДЦ будет хреново. Вот, если хелпа нужна будет, я это... Заходи. Сразу пускай заходит. Ты их можешь заменить кого-нибудь, кто слабый это поставит. Давай один трай попробуем. Нет, так нет, не хотят убивать, будем менять. Давай 2 минуты покурим. Да, спасибочки, я пошел. Нет. Есть, ты можешь промоута на аутизм дать, я поставлю.
5, 4, 3, 2, 1. Тут чисто просто другой шрифт, не знаю. Но я вот ходил вчера в этот, в ОК-обычку, ни хрена он точно не показывает. Я даже не понял. В КМ-ке он нормально показывает. Ну да, я думаю, что тут вопрос в том, что он в ХМе и в обычке идет наложение друг на друга. Поэтому или то, или другое. Тут больше, скорее всего, под ХМ, наверное, сделано. Тут вопрос, почему не называют косты босс в ХМе и в обычке по одинаковому. Из-за этого идет наложение. Нахила? Да, ничего не упало. А, хотя нет, там плащ куплю, крит скорости. Там, это, на танк шмот упал, успех. Ой, успех, блядь, офхенд. Так, я тут. Да, хант, включать. У нас один план. Нет, так, мне такое интересует, там, типа, перчи, запястья, такие ничего. Там мне кто-то писал в ПМ, я заскринил, но спек ролит. Когда будем ролить, я скажу, кто. Я заскринил. Вроде пару челов на танк писал. Карнавал анал. Это ты иду сейчас ко мне пришли. На пару минут. Да, я же говорю, мы идем на фул, нам фул надо закрыть. Нам вообще здесь нихуя не надо по шмоту. Ну, только может там что на ретрика выпадет. Нам тупо надо убить вот последних боссов. Потому что у пацана не закрыто. На этом персе. Да. И еще, давай я колбы буду чисто в правый угол складывать. Потому что когда я их в левый складываю, зеленый, когда взрывается... в них любят летать. По идее, так и надо делать. Да, я буду возвращать его сюда же. Смотрите за звездой РДД. Я не буду вам анонсить каждые пельмени. Смотрите, двигаюсь, блядь, уходите. И сами смотрите на профан. Палы, блин. Когда на всякий случай, если палы, даже если поймали пельмени, у вас есть бабл. Прожали бабл, слетел. Блять, ты ко мне нереально поймать пельмени. Не, ну вообще, блин, только дебил ловит пельмени, блядь. Да ну бойся. Аутизм. Пау.
А вы диван-то ему кинете или что, или мне потом агрить? Ешьте рыбу, у кого нет. Палы, проверьте свои реги на диван. Если надо, могу дать.